Этот цех – один из ведущих и самых крупных в объединении. Кузнецы на многотонных прессах ведут обработку раскаленных до красна заготовок быстро, ловко и с ювелирной точностью. Сказывается большой опыт, ведь трудовой стаж у большинства работников цеха 10-12 лет. Работают здесь более 500 производственников, а вот отстающих, таких, что не справляются с порученными заданиями, нет. Это и есть первооснова достигнутого успеха. Он значителен тем более, что цех снабжает уникальными упаковками не только Ленинград, но и другие энергомашиностроительные заводы страны, например, «Атоммаш». Каждый день здесь изготавливается изделий на 120-130 тысяч рублей и неизменно с высоким качеством. С самого начала мы очень много уделяли внимания модернизации оборудования, автоматизации производства, совершенствованию технологического процесса. Нам это позволило сократить простое оборудование примерно в 5 раз. Мы смогли уйти с ежегодных остановок прессов на ремонт на полуторагодичные циклы. Вот все это вместе и позволило сегодня нам выполнить программу. А это, конечно, даст возможность нам дать до конца пятилетки, до конца года продукции больше, чем на 20 миллионов рублей.